у тебя хватает болтов на огнебластер. И вот так... Задержать и ликвидировать несанкционированные организмы. Обнаружен организм типа призон. Ликвидировать. Патронов нет. Ты все сухом, тебя еще не убивал. Безопасности мы выпустили в город целую кучу роботов-терминаторов и еще несколько автоматизированных танков, чтобы дело шло побыстрее. Управляющий ими компьютер не различает местных жителей и пришельцев, так что лучше не выходите из дома. А вот и кайфотрон, кайф подарит он! Мистер Зуркон!
не последний. Замечен паразит. Ликвидировать. Мистер Узурконус, скучно. Спасайся от мистера Суркона! Я всех уничтожу! Враг убит! О, да сколько же их! Вот класс, патронов нет. Путь свободен. Пишу тебя, пришелец. Мистер Зуркон живет, чтобы убивать. Мистер Зуркон вернулся, чтобы отомстить. Я пришу тебя, пришелец. Мистер Зуркон живет, чтобы убивать. Мистеру Зуркону скучно. Мистер Зуркон все еще слышит сердцебиение. Мистер Суркон и живет.
Почему вы прячетесь, манючки? Месть Азурбон всего лишь хочет убить вас! Понял, что ему настал трындец. Надеюсь, теперь гонку возобновят. Хорошие новости. Город очищен от амибоидов. И благодарить за это стоит двух граждан, Рэтчета и Кланка. Гонка продолжится, так что никуда не уходите. Привет, я Старлин. Ты пришел на гонку? В точку. Энтузиазм? Это хорошо. Ладно, иди внутрь. Первая гонка начнется через пару минут. Приготовиться на старт. Внимание, марш! Номбакс прибыл к нам в плато Кизаль, что на Велдене. Он впервые попал на юго. Давайте окажем ему теплый прием.
запас азота, Рэтчет активировал систему ускорения. Все были расставлены ускорители, позволявшие гонщику получить тактическое преимущество над соперниками. Для активации ускорителя Скейк переходил в режим форсажа. Один из спонсоров этой гонки – Мегакор. Создатель самой ожидаемой игрушки этого года – Протопитон. Заказывайте скорее! Этот ускоритель реально его ускорил. Только гляньте! Ты первый Ломбокс, победивший в гонке! Приходи еще. Они тут все время разыгрывают клевые призы. Хорошо, когда твой спонсор Гаджетрон. Мы можем погоняться за серебряный кубок, но, конечно, у нас есть дела и поважнее. Хочешь поставить мировой рекорд, да? Ну, я готова. Гоночная трасса Blackwater City. Я ее раньше видел только по головизору. Ты вернулся? Может, хочешь еще заезд? Что у нас тут?
себя! Хватает болтов на огнебластер! И вот так удача! У меня как раз он есть! Есть! Активированы. Ух ты! Полагаю, теперь пора бежать. Да еще не мертв! Вместе с Фургон намерен это исправить! Приветствую тебя, обреченный мертвец! Вместе с Фургона нельзя уничтожить! Умеешь умирать? Мистер Фургон поможет тебе научиться. Рэтчет, нельзя останавливаться. Я пытаюсь. Мистер Фургон вернулся, чтобы отомстить. Почему вы прячетесь, манючки? Мистер Фургон всего лишь хочет убить вас. Ради таких моментов мистер Фургон не живет. Ой-ой, вода поднимается. Повезло. Нравится мне это место. Будь начеку, Кланг. Эй, парень, у тебя голокарточек гроба не завалялась? Что еще за гроб? Всего-то мощнейшее супероружие в галактике. Поэтому и называется гроб. Короче, ребята из Гаджетрона знали, что схему такого оружия опасно держать в одном месте. Поэтому они специально разделили ее на голокарточки. Мы с сообщниками хотели бы собрать всю схему целиком. Понимаешь, куда я клоню? Дай угадаю. Если мы принесем тебе все карточки, ты сделаешь нам оружие. Так точно, мой сообразительный друг. Держи, это лазутчик. Он поспособствует приобретению означенных экземпляров. Поворачивайте выбранное кольцо, чтобы направить лазер в разъем. Разъем активирован. Переходите к следующему кольцу. Направьте оставшийся лазер в разъем. Yeah.
На какую планету нам нужно? В туманности G-34 остались неисследованные сектора. Капитан, ответьте. Мы с Кланком на позиции. Готовы приступить к операции «Падающая звезда». Принято. Продвигайтесь внутрь. Я буду отслеживать ваше перемещение отсюда. У меня есть кое-что для тебя. Срочку не продаю. Извини. Тебе отдам по хорошей цене. Было хорошее оружие, а стало отличное. Несет вам смерть! Мои датчики засекли еще один прототип Дрека. Он на той стороне шлюза. Пожалуй, тут нам пригодится лазутчик. Согласно моим данным, мы направляемся к шаттлу для перевозки дорогостоящих экспериментальных объектов. Одного у него не отнять. Всегда себе дело найдет. Глянем, что он там смастерил. Обнаружен нарушитель. Обнаружен нарушитель. Сижу у тебя, Дрэши! Они пробрались на корабль! Всем ларгам, хватайте любое оружие! Нет! Еще не мертв! Мистер Зургон на месте! Враг убит! Несанкционированное изъятие оружия. Запущен протокол самоуничтожения. Не нравится мне это.
значит, нельзя останавливаться. Корабль самоуничтожится через 20 секунд. Его ракетомет лишний. Давай, давай. Корабль самоуничтожится через 10 секунд. Падающая звезда. Мы немного отвлеклись, но мы все сделаем. Внимание, ученые! Говорит председатель Крэг. Я просто хотел поблагодарить вас за проделанную последний месяц работу. Пусть я ваш лидер, многих трудолюбивых сотрудников этого исследовательского комплекса. Я был бы всем оружием, что вы создаете по способствует выступлению новой эпохи в истории нашего народа! Круто! Моду пришел конец. Почему вы прячетесь? Всем отрядом направляетесь на пятый... Он всего лишь хочет убить нас. Мне сообщили, что в исследовательский комплекс мог пробраться лазутчик. Если увидите кого-то, кто не похож на Бларга, можете его убить, не задумываясь. Я буду внимательно следить за твоими... Да ты что, судья слепой? Это же аут в чистом виде! Что это такое? Похоже, председатель Дрэк собрался. Испытательная капсула отключена. Спасайся, мистер Зубон! Есть! Испытательная капсула отключена. Напоминаю вам, что все проекты, файлы и эксперименты являются собственностью Drag Industries. Однако для меня важно ваше мнение. Если вас что-то не устраивает, озвучьте свои критические замечания ближайшему роботу-убийце. Так будет безопаснее для вас и для всех.
прошу тебя приближаться. Подопытные сбежали, спасайся кто и как может! Вы думали, мистеру Зубону пришел конец? Капитан, судя по всему, Дрэк проводит эксперименты над живыми существами. Да, парочкой жуков капитана Кварка не напугать. Другое дело — пауки. Тут есть пауки? Теперь я не смогу спокойно спать в этой кровати. А, да, то есть я хотел сказать, в центре управления, откуда я за вами наблюдаю. Мне стало известно, что некоторые из вас тайком собираются в запретную гору, чтобы покормить подопытного 857Б. Напоминаю, это не ручной питомец. И если вас поймают на кормёжке, вас сочтут ему скормят. Смерть, космокрыся! Вот класс. Патронов нет. Тебе приходить снова и снова, да? Ого! Теперь ты даже чересчур силен!
крайний нарушитель. Ты вторгся на секретный испытательный полигон с Вларгским кривозубом. Председатель Алонсбрэк благодарит тебя за эту жертву. Капитан, вы знали, что тайный проект Дрэка — это Бларгский кривозуб? О, в самом деле? Интересно, почему же разведка не доложила? Я полагал, там что-то куда менее опасное. Ну ничего, расслабься и вспомни, чему я тебя учил. А чему вы меня учили, капитан? Ну, дела. Говори, что тебе известно о планах Дрэка. Спасибо. Вот да, то, что он сказал. Я могу дать тебе этого инфобота. Пригляди за ним, приятель. Я пока передохну. Приветствую, имбецилы. Если вы видите это сообщение... Значит, вам выпала честь испытать мое новейшее изобретение. Резкий ранитель СКА! Последний! На первом этапе были выявлены мелкие недочеты, однако могу заявить, что я все их устранил. С реактивным ранцем XK-81 вы взмоете в небо, и это даст вам преимущество над дураками, что ползают по земле.
Ранитель СК-81. Получите свой на нашей базе на Гаспаре. Доктор Нефариус не несет ответственности в случае вашей смерти, расчленения или нанесения серьезного ущерба нервной системе. Капитан, это Рэтчет. Мы победили Кривозуба и выяснили, что замышляет Драк. Да? Но ведь это невозможно... невероятно! Мистеру Зуркону скучно. Рейнджерам бы пригодилась пара реактивных ранцев. Может, нам стоит сгонять на Гаспар? Я всегда о нем мечтал. Добудьте его, и Ларис сможет изготовить копии. Поручаю вам выполнение этого вовсе не опасного задания по добыче реактивного ранца. Капитан Кларк хочет летать, как птица. Какая удача, это чип для модификации робота. По идее, я могу перепрограммировать этих роботов. Как ты там, Кланк? Я нашел новое устройство. Ну вот, что у тебя там? Мультихват? Погоди, нет, это один из этих новых ионных расщепителей. Находками положено делиться. Пожалуй, это я оставлю себе. Спасибо. Но где-то рядом должен быть прототип. Я тебе его принесу. Ну ладно. Ну и задачка. Ну
Вот они. Рэтчет, прием. Я нашел пару магнитных ботинок. Возвращаюсь к тебе. Круто! Я всегда мечтал о магнитных ботинках. Спасибо, приятель. Скоро увидимся. Кланк был слишком мелким, чтобы носить магнитные ботинки, и вернул их Рэтчету. Куда теперь? Нужно выяснить, что затевает Нефариус на планете Гаспар. Такое чувство, что нужно сделать еще что-то важное на Рилгаре. Попробуем найти этот ранец.